Знаковое архитектурное решение последних 15 лет представляют в «Арсенале». Электронный проект показывает целый архитектурный ансамбль, результаты реставрации исторических зданий и новое строительство. Своеобразный путеводитель по современному Нижнему. Глава администрации Олег Кондрашов посетил электронную экспозицию и обсудил градостроительную политику города. Какая сегодня новая картинка в архитектуре Нижнего Новгорода? Это, на мой взгляд, очень важно, чрезвычайно важно для того, чтобы нижегородцы понимали о том, что происходит в их родном городе. Нижний Новгород – наш общий дом, и нижегородцы должны знать, что в этом доме происходит. Я очень рассчитываю на то, что неравнодушные нижегородцы придут, посмотрят, составят свое мнение, выразят это свое мнение. Мы обязательно будем учитывать при дальнейшей работе и с точки зрения информирования, да и с точки зрения градостроительной политики. Год назад по инициативе градоначальника была запущена программа по информированию жителей города с перспективными градостроительными и архитектурными проектами, которые планируются к реализации в Приволжской столице. Сделать решение специалистов по формированию городского пространства прозрачными и доступными для нижегородцев стало главной целью проекта. Архитекторы и власть любую конструктивную критику принимают к рассмотрению. Мы открыты для диалога, открыты для жителей. Эти дома есть, я считаю, это нечестно будет их прятать. Мы их покажем. Вот есть они, есть авторский коллектив. Давайте дискуссировать, давайте круглые столы, давайте воспитываться. Посмотрим, вам не нравится архитектура, а у этого объекта может быть международных наград, профессиональных, публичные они приветствуются сообществом. К таким отреставрированным и в некоторых случаях буквально возрожденным зданиям относится и Центр современного искусства «Арсенал», в стенах которого и транслируется проект. Крупнейшее в городе выставочное пространство должно стать главным культурным центром Нижнего. Открытие 7000 квадратных метров современного искусства запланировано на этот март. «Арсенал» стоит в ряду архитектурных решений, представленных на 5-й электронной экспозиции. Это своеобразный фокус на отдельные пространства и дома современного города. Тут такая экспозиция, это, собственно, и не выставка, и не экспозиция, это, мы говорим, информационная экспозиция. Она очень важна именно своей информационностью, именно тем, что она для тех, кто интересуется, кто пришел, притормозил, сел и вдумчиво смотрит на экран, дает ответ на вопрос, а на что же в городе обращать внимание. Изучить материалы можно и на официальном портале администрации города нижненовгород.рф. Там же оставить свои отзывы и пожелания. Мария Ульянова, Алексей Калякин, объективно, ННТВ.